Всем здорово, дорогие друзья, с вами канал Треведно. Сегодня у нас будет абсолютно короткая серия. По названию серии, я думаю, вы уже поняли, что именно это будет. Да, ребят. Те самые алмазики, которые я собираю, у меня их сейчас 31, по-моему. Но тут весьма есть одна проблемка. Я, короче, очень долго думал, куда же потратить эти долбанные алмазы. Но через минуту, окей? Ничего не замечаете? На меня другие. Рамочка тоже. Да, ребят. Так вот. Такая вот на стиле тачка. Но это... как бы такое себе, если честно. Номера я купил за 1 миллион. И... рамку за 10 тысяч. И машина Веста 768 тысяч. Вы сейчас наверняка вопрос: откуда ты столько денег взял? Да, пацаны, я 3 дня твою мать копил, а на автобусе ездил вот это вот. Маршрут-то долбанный. Пописай, сейчас тоже получил. Это просто капец. Еще тут самая одна интересная история. Меня встретился по пути на автобусе пацан на Range Rover. Он такой говорит: пацан, ты не заколебался работать на автобусе? Может, хватит, а? Я тебе кину в 2 раза больше, чем ты на автобусе зарабатываешь за 1 раз. Я такой, типа, ну давай. Он такой: значит так, ты сейчас выходишь из автобуса, и я тебе плачу 100 тысяч. Я такой: все-таки за 1 раз. Нормально. Я вышел по-пацански. К нему присаживаюсь в Range Rover. Мы едем с ним на этот банкомат долбанный. Он мне перекидывает 100 тысяч. Потом мы едем на маяк, который находится в Сан-Ферреро, по-моему. Ну, где эти GTA San Andreas начинается миссия? Вот там, короче, там на маяке он приехал, выставил мне автомобили. То есть Ладу восьмерку и Шкода Октавия РС. И он такой говорит: восьмерку и вот эту вот мне пацан подарил на память. Я такой: неплохо. И тут он пишет: пацан, который подарил мне на память эту восьмерку, он умер. Я такой, типа, чё? В GTA, что ли? Я такой: нет, в реальной жизни. Короче, этого пацана нет уже полгода. Разбился насмерть на своей личной на машине, а в реальной жизни. И его теперь не стало. И эту машину, восьмерку, то есть, он подарил тому пацану. Говорит: вот тебе дарю тачку на память, а потом через какие-то дни пацана не стало, и очень жаль. Очень. Соболезную парню, который мне передал 100 тысяч. Вот такой север номер 5. Да, я играю на 5-м сервере, ребят. Я вчера, ну, сегодня я сижу такую ночь. Вообще настроение упало нахер на ноль. Я такой: очень жалко, пацана. Это просто капец, вы понимаете? Он играл вместе с этим другом 3 года на CCD Planet. Потом в реальной жизни разбился где-то на автомобиле, и его больше не стало. И до этого он подарил пацану автомобиль. Восьмерку, посаженную на стиле
на тренировочке. Да, очень жаль, пацан эту тачку не продает. Но у меня тем временем, когда у меня отдал эти 100 тысяч, и я эти 100 тысяч добавил к своим 900 тысячам рублей и купил я себе новое номера. Тур 0.14.23 регион, то бишь Краснодарский край. Буквы тур я взял от номера автомобиля моего друга, то есть у него тур как какие-то другие номера. 212 тур, по-моему. Да, 212. 93 регион, по-моему. Или 193, я не помню. И потом на буду ехать с ним, я посмотрю на его номера. Ну и значит, я, короче, захожу такой типа на аукцион автомобиля. Ну где Булкин обычно, а шо на аукционе? Я такой типа рассматриваю автомобили. Смотрю машину. Такой 97 тысяч. Выкуп 115 тысяч рублей. И я такой типа смотрю на свой счет, у меня 18 тысяч рублей. Я такой, придется на автобусе покопить или ехать в банкомат и скинуть свои какие-то там 110, что ли. Я, короче, такой подъезжаю прям поблизости от аукциона, покупаю тачку. И да. Вот она. Семерка уже на чипе. На самых херовых тормозах. Я вам сейчас покажу, как она вообще едет. Что на самом деле с ней происходит? Сейчас я закрою Весту. Или давайте я нахер ее уберу, потому что она мне только будет мешать максимально. Сажаемся. Я затонировал, покрасил ее в белый цвет. Диски пока не стал менять, потому что вы видите мой счет на рублях. Ну, под временем. Вот такая вот тонировочка. Вот не сильно, вот по бокам и сзади все стоило бы залепить. Чей это был автомобиль с очень херовой настройкой. Скорость ее максимальная. 145 км в час, по-моему, было. Это херня. Я сейчас покажу вам тормоза. Готовы? Сейчас проедемся. Так, я просто, допустим, разогнался и торможу. Я в пол тормозил, ребят. Я в пол тормозил. Во-первых, сейчас у вас вопрос. Если я сказал 145-146 км в час, то откуда у тебя вот эта вся скорость, 193, откуда она? Короче, я попросил пацана, чтобы он меня мог сделать машину, настройку. Мы заехали на настройку. То есть я уже завалил машину, все нормально. Короче, автомобиль был черного цвета, матового. И, короче, тут такое дело. Он у меня сажает машину на 70%, это вот все, что он посадил. То есть, ну, слишком сильно. Ну, машина вроде на стиле, я бы еще чуть ниже посадил. Надо было сказать на 80%. Затонировал. Ну, номера я не покупал. Это так и были с аукциона за 115 тысяч рублей. Тут вся машина. И чувак вместе с посадкой установил мне быструю скорость. И он еще что-то сделал такое, что машина стала теперь дрифтить. Это, наверное, за счет скорости и мощности вот этой всей херны. Но на этом все. Не переживайте, я сейчас выключаться не буду. Следующее. Сейчас мы едем в одно место. Тормозов ни хрена нет вообще. Чтобы вы понимали, пацаны, тормозов ни хрена нету.
Я понял. Закрыть все. Так, отлично. Первое. Какие тут мажоры подъехали. Нихера так на стиле, блин. Вау. 601, самые простые номера. Дагестанские там еще что-то. Первое, а зачем я сюда приехал? Вопрос. Вопрос в том, что я только что зашел с небольшим вопросом. Я зашел на канал Букина, нашел видос, где он, короче, тратит алмазы. У меня был вопрос очень долго, когда я зарегистрировался сюда и начал собирать алмазы, я такой типа забыл, а куда мне тратят алмазы? Я искал казино какие-то, еще что-то, ничего нет, я такой типа... Что за капец? И потом такой, типа, зашел на Букина канал, посмотрел видос, типа, где он тратит, и он приехал сюда. Короче, есть один прикол. Я сейчас потрачу 10 кристаллов один раз в 24 часа. Это, смотрите. Я трачу и пытаемся мы что-то выиграть. У меня надежда на что-то дорогое. 20 тысяч рублей, твою мать. Херня, реально. Играть можно только один раз в 24 часа. Ой, сука, это просто капец. Ребята, ой, слушай, ну что-то и попробовать. А чё, типа мухомора? Обычно я ставлю это... Давайте... Так, ячейка. Я поставлю, допустим... 300. Чего? 300? Ну такое, блин. Три фишки, я ставлю и смотрим, что будет. Я впервые, короче, играю. Так, 19:36. Твою мать, ты издеваешься? Единица. Выпало число 1. Ничего не выиграл. Хорошо. Еще раз, 3. Я понял. Так, мы пробуем. Ну давай же, ну же, пожалуйста. Ну твою мать, ну какой 7 нахер? Ну ты издеваешься или как? 11. 19:36. Ничего. Хорошо, еще раз. 3. Алмазы. Один раз в 24 часа. Это просто капец какой-то. Так, и чё? Понятно. Какая-то, короче, херня. Начать игру. Ясно. На ноль фишек, короче, игра. Какой-то чувак, фишки 0, ставка 1, выигрыш. Ясно. Фишки.
Вот это что? Обмен фишек. Стоимость... Давайте 5. 50 тысяч, твой мед, ни хрена себе. 2, 20 тысяч. 1. 10, да, просто капец. Ладно, хорошо, давайте еще одну. Просто 20 тысяч по фукале. Нормально. Собака, это просто капец какой-то реально. Не стоит вообще играть в казино, реально. Давай, скотина, еще разок. Так, я, наверное, поставлю опять же 19 из 36. Одну фишку, окей. Ну и... Не крути, давай же. Одна фишка. Это просто жест, пацаны. Я вам серьезно говорю, вообще не смешно, то есть... Но... У меня есть одна идея. Сейчас вы под этим видосиком ставите лайк, а я после этого видоса начинаю собирать алмазы для того, чтобы снять. Твою мать. Хорошо, последняя фишка. Это просто жесть. Проиграли, охренеть теперь. А выиграть вообще возможно или нет? Ничего понять не могу. Как это работает? Странно. Да, какая-то... 34, пожалуйста. Вы выиграли две фишки. То есть я понял, интересно. Поставлю на... 12. Тут рандомная хрень. Я ничего не делаю. 31. Шестерка. 18. Получится 18. хорошо. Так, 19 с 36. 1. Подтверждаем. С алмазами будет, короче, очень жестко. То есть... Следующий видос для вас будет, возможно, какие-то 10 минут. А для меня это будет 10 дней, чтобы вы понимали. Вы выиграли еще две фишки. Неплохо. Так, Не, подожди, стоп. Давайте на красный поставим и... Одну фишечку. Круто, давай. И, в общем, я пытаюсь за 10 дней поиграть с алмазами. Но... После этого видоса я начинаю собирать алмазы активно, максимально, чтобы их было хотя бы... Сколько там, не знаю... Нет, подождите, не 10, а... 5 дней тогда получается. 5 дней на 50 алмазов. Возможно, их собирать будет даже больше. И этот видос будет максимально коротеньким. Срезанным и многое другое будет очень интересно. Так что я думаю, этот видос заслуживает внимания. Так что будет супер. Так, обмен фишек, но в принципе... играть можно только один раз 24 часа. Нет, я не хочу сюда.
А что я могу сделать с фишками? Я понять не могу. Окей, вот это, что за чувак? Мерсик на каких-то таких... Так... Это кто что-то делает, интересно. Мое состояние 825, у меня денег ни хрена нет, так что... Хреново. Обмен фишек. Сдать фишки. Три. Я получаю 29 тысяч. Интересный момент. 29 штук. То есть типа, чем больше, тем круче. Хорошо, ребят. Ой. Сейчас. Да, приоткрыл дверки, приоткрыл дверки. Прыгай, по красоте, все. Хорошо. А, закрыта машина, открываем. Сейчас я сделаю одну вещь, и будет по красоте. Прощание со мной, так что, пацаны, как бы так, но не так. Так, сейчас вот так встанем. Да, сейчас подождите две секундочки. Так, моя задача это только. Так, в принципе, неплохо. Ясно. Что? На этом будем заканчивать. А я буду продолжать выигрывать фишки. Попытаюсь какое-то большое количество выиграть. Не знаю, что будет. Будет. Что будет, то будет. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, пишите комментарии, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем удачи, всем пока-пока, а я буду потихоньку снимать видос про алмазы. Пока-пока, друзья!